Братан, в себя совесть, связь. Зачем ты это делаешь? Да это читы, братан. О, нет. Там пизду эту игру, короче. Всем здорово, ряд, с вами Кайсер Кот. Добро пожаловать в игру. Извините за звуки, это я микрофон управляю. Бэкшот рулет. В общем, это, так скажем, видосик. Вот. Я бы сказал, это третий видос, но... Мое видео, оно нормально не снялось, короче, и это полный пипец. В общем, игра обновилась, меня попросили опять ее снять. Я ее не хотел снимать, честно говоря, снова не хотел, потому что... Мне подписчики описали обнову, как там, будто нихера не добавили. Ну, добавили какую-то херню, Endless мод и все, или что за мод, я не знаю. В общем, но я уже посмотрел, когда поиграл, понял, что за игра. И нет, ребята, я могу сейчас объясниться. Я снимал видео. Вот. А разработчик молодец такой. Если делать захват окна, то если раньше было в первой самой версии, если сделать захват окна, то просто мышка не будет работать. А если... Если сейчас в новой версии сделать захват окна, то игра просто не запишется. Там просто заезд экран и все. И это конец. В общем, здесь добавили таблетки. Знаете, какое совпадение просто. Я в первом видео по этой игре еще тогда сказал. Вы бы с этими таблетками что-то бы сделали. И они реально сделали. Прикол. Да реально прикол, если вообще погнали. Продолжать проходить. Ну как продолжать проходить. В общем, этот мод добавляет что-то. Не знаю, что, по-моему, сложность. Я не помню что, я забыл что. Я вообще записал вам видео, а там опять же просто заел кадр, потому что спасибо разработчику большое. Очень хорошо продуманная игра. Для ютуберов тем более. Рок-код. Код, вот. Опять же попросили меня снять, там можно написать гуд, и там ничего не будет. Короче, не дадут тебе просто писать это. В прошлом видео я два раза подряд выиграл. Короче, я выиграл первый раз, там был выбор типа дабл сделать. Говно дроп. Ладно. Там у меня был, у меня стоял, короче, выбор два раза. Но если я сейчас себя убью, это будет глупо. Верно ведь? Хорош. Ну а теперь как крутые, смотрите. Выбираем его. Это логично будет. Конечно. Братан, в себя связь. Зачем ты это делаешь? Да это читы, братан. Ладно, ничего, сейчас все вернем, сейчас все будет хорошо, наверное. А, сейчас же вещи тут. Блин, если ему нож выпадет, он даже будет это не так. Так, две патронки, то есть я могу, если что, хорошнуть. Я там, короче, выиграл, и там предложили выбор. Второй раз попробовать катку. Я выбрал второй раз. Я выиграл. Сука, да игра. Скотина, да просто... Спасибо большое, короче, разработчику. Обожаю его, как никого, как раньше. Давай посмотрим, что там есть. Ага, рабочая патронка. Получается... Я не знаю, надо, наверное... Блин, а я не могу бы... А я не могу перехотеть и взять все-таки наручники. Ладно, придется. Все равно уж делать нечего. Он может сейчас наручники надеть. Да, он сейчас на... А, так он нас два раза пыльнет, получается, мне кажется. Очень интересно, да. Да, вот. Берет наручники. Целится в себя. Еще раз в себя. Ах ты ж скотина какая. Пусть это будет не настоящая, пожалуйста. А, понятно. И он еще раз, да, будет стрелять? Да, он еще раз будет стрелять. Да! Хорош. И все в него. А, нет, не все в него. Сейчас же... А, в смысле? Так еще есть потом? Ладно, пофиг. Ага. И все, это было последнее, да? Фух, последнее было. Я уже думаю, все, я там капец думал. Так, ага. Ага. Все, ребят, это победа. Все. А, нет, не победа.
Я короче... А, нет, все, победа, победа, победа. Точно победа. Смотрите, берем. Берем. Наручники сразу на него. Ну, это будет сейчас иди победа, на самом деле. У него же нет секрета. У него секрет. Да ничего, ничего. Он все равно не... У нас два ножа, поэтому все равно будет победа. Это все равно будет победа. Первая. А, все. Ну, первый раунд только выиграли, поэтому радоваться не надо. Опять же, блин, мне так обидно было, когда я понял, что видео не записалось. Я перед уходом, когда я уходил, гости... Перед уходом хотел записать, выложить вам видео по этой игре. Да нет, нихера не получилось, короче. Ну, вы поняли, я вам объяснял уже. Обновили персонажа еще немножко у него, по-моему... Не знаю, может, не кажется, но, по-моему, у него лицо, что ли, немножко поменялось. Вот. Так, два наручники. Сигарета. Газировка. И у него два ножа. А у меня как раз 4 жизни. Два ножа, это по 2 хпшки. Это жесть, короче. Объясняю, лупа, короче, она дает просматривать те вещи. Сколько там было? А, 2-2. Наверное, да. Я не знаю. Смотрите. Смотрите? Смотрите. Что делать там? Так, ну у него нет ручников, уже радует. То есть, в случае чего, все равно... Блин, у него 2 лупы и 2 ножа. У него 2 лупы и 2 ножа. Я лучше дропа никогда не видел. Это перебор, разработчики, вы чего? Ладно, давайте. В любом случае, либо нам повезет, либо ему не повезет, потому что... Хорошо! Хе-хе-хе, бой. Делаем так. И стреляем только в него. Только в него. И никуда больше. Ну, конечно. Как всегда. Удивлены, так как... Еще раз. Если, сука, это неправильно патроны, я не знаю. Хорош. И у него открылось. Он просмотрит, что там есть. Две были лишние, значит, это правильно, да, будет? Нет, серьезно. Ну да. Но это все равно последнее. Скушу нахуй. Как он меня бесит. Это наглая рожа просто. Так и хочется его. Так хочется к дробаша в руки потянуть. К дробашу. Или это двухстволка называется. Наверное, двухстволка тоже будет правильная, и дробаш. Я не знаю. Ну, у него же есть... Оу, одна правильная, две неправильных. В этом заключается на таблетке то, что... Ой, да у него опять нож, ну-ка нет. Ну, почему? А, ну у меня есть это хотя бы. Одна правильная получается. Если сейчас выпью, то мы проебемся, наверное. Давайте, смотрите. Оп, блядь, правильность! Ну как? Ну ладно, только в себя уж тогда. Давайте... В него! В него! Мы стреляем в него! А, нет, он скорее всего в себя сейчас сразу, да, стрельнет. Я хочу, чтобы он потратил у себя что-нибудь. Ну да, он, сука, умный, а! Ну блин, скотина же, реально! Ну чё такой умный-то, а? Даже я не такой умный. Одна сигаретка. Опять у него нож! Или нет, или у него был нож? Не, у него был нож, у него наручники. Наручники выпали. Ну наручники, это что же пиздец? Это что же капец? У него лут хороший, у него, блядь, лупа, у него 2 ножа и наручники. Он на изи меня может убить сейчас. Ладно уж. Надо что-то делать. Надо что-то срочно выдумать такое, чтобы победить и прийти домой. А ты изобрети. Как бой переплыть, как море перейти, и только попробуй себя застрелить. Ура, молодец, я тебя люблю, на вторых пути. Сука. Ну я и так своей жизни пожертвовал, но нет. В смысле, он уже знает, что...
Серьезно? Он уже знал? Ты гонишь, что ли? Дайте мне, смотрите, сигаретку и нож. Нож. Ладно, ничего. Мы его... Мы его выиграем. Или... Хотя нет, возможно, нет. У нас столупы нету, чтобы понять точно. Надеемся на удачу, ребят. Надеемся на удачу. Правильно. Берем наручники. Одна патрона в него. Пожалуйста, неправильно. Да вы издеваетесь, что ли? Да такого быть не может. И сейчас из себя стреляю. Потому что да. Потому что долбоёб. Да почему вы раньше мне так не везло-то? Почему мне так раньше не везло? Почему сейчас ты мне такой везло? В смысле, нет. А, ну все, это пиздец. Ну все, ребят, радуемся на... А, погоди, 3 правильных патроны было. Значит, остальные все неправильные будут, наверное. Возможно. Он курит. Он пропускает одну. Стреляет в себя. В себя еще раз. Ах ты, себя еще раз, не надо, да почему, да нет. И у него последняя попытка осталась. Но она правильная будет. Ну у бота все запрограммировано. У него память в любом случае лучше, чем у человека. А в этом и есть смысл таблетки, да? Смысл таблетки в том, что еще, короче, у тебя только одна жизнь будет, я так понимаю, да? Сейчас все заново получается будет, что ли? Это будет обидно. У него вроде реально лицо поменялось. Так. Ну, кстати, вот, давайте, вот, если кому-то интересно, если кто-то не смотрел, но мне кажется, все смотрели, вот, good, не пишется. Рок-код. Рок-код, вот, все, кли. Да, все заново. Ну, я хотя бы, я сразу хочу сказать, сейчас будет спойлер, если кто-то будет играть, и он не хочет спойлер, то пропустите этот момент. Не знаю, на одну минуту промотайте, так будет лучше. Смотрите, я попытаюсь дойти, короче, до момента, где они зададут вопрос, играть ли дальше или нет. Вот, я нажму на «да», типа, наверное, я не знаю. Наверное, «да». Вот, и там, короче, проиграю. И сразу хочу сказать, что там ни хрена не будет, типа, если ты выиграешь второй раз, ни хрена не будет. Я не знаю, может, если там несколько еще больше раз выиграть, то что-то будет. Ну, не знаю, смотрите на ютубе, в общем. Но я побеждал 2 раза подряд, когда там был... Опа. А, так они все равно все, блядь, уберут. Там же... А, хотя нет, смотри. Так хороший лут, оказывается, выпал. Там... Я 2 раза, я выбрал там сыграть еще раз, 2-й раз, точнее. И ни хрена мне ничего не дало. Ну, только улучшили, конечно, счет выигрыша. Вот, у меня там было 135 или 175, не помню, тысяч. В общем, да. Короче, там ничего не было особо, поэтому... Да, погнали. Работает оперативная служба. Бля, а нахуй я это сделал? Мне кажется, сейчас будет все равно неправильно. Сейчас будет неправильно. А, ну да. Сейчас бы себя еще выстрелил. Одна уронка у него осталась. В прошлый раз 3. Или, нет, 3 раза подряд правильная. Ну как это, блядь? Вот всегда мне так не везло. Вот всегда в себя стреляю, если что, братан, в себя. Вот никогда мне так не везло нормально. Лох! Ха-ха-ха! Все, туда тебя.
ножик надо. Хотя плевать, у нее и так одна уронка все равно осталась, но все равно. Все равно надо стрелять в него. Давай. Пошел нахуй. Это у него минус одна жизнь. Так что сразу говорю, я стараться там побеждать опять не буду, потому что опять же смысла не будет на дабл идти. Я пойду поиграю, но если сдохну, то уже сдохну. Хороший лут, вот это хороший лут, вот это уже будет, ну, блядь, два ножа ищу. А! Да почему? Да у него лучше, вот. А, хотя у меня сигаретка есть, так что... Ну, у него два ножа, еще и наручники. Ну, идите вы нахрен, серьезно. Идите вы нахуй с таким лутом, это не вы, зрители, я вас люблю. Ой, какого хрена-то, а? Почему? И сейчас будет правильно, у вас человек сейчас будет правильный, блядь, уедет. А, ну я так и знал, что будет такая вот. Что делаем, получается? Получается, надеемся на удачу. Это все, что я вам могу сказать. Блин, ну если мы не выиграем, то пиздует игру. Ура, все, не пиздует игру. А, сейчас же он стрелять будет. А можно было заранее секретку, кстати, выпить, а? А нам пиздец, мне кажется. А мне кажется, нам пиздец. Да уж. Очень интересно, да. В себя хорош. А ну хотя сейчас будет правильно, у меня вас потом еще раз захочет. Что ж ты будешь делать, а? Вот ты гад, конечно. У него еще одна попытка есть. Но у него нету херни, что подсказывалось. Он, возможно, сейчас себя, мне кажется, выстрелит. Мне кажется, он сейчас себя выстрелит. Неправильно будет, он выстрелит меня. Правильно, пожалуйста. Еще раз. Зачем ты нож-то тратишь? Ну хотя смысла все равно нет, ну ладно. О, нет. Пиздует эту игру, короче. Опять же, сейчас опять будет спойлер, я объясню, что там будет дальше. Там будет, короче, предложение сыграть второй раз, ты выберешь это предложение, и тебе улучшит счет, если ты выиграешь. Ну, то есть сделать два раза больше счет выигрыша. И так можно делать до бесконечности, я так понимаю. В общем, ребята, на этом все. Я не знаю, что там будет, но если что, пишите, я, возможно, попытаюсь получить какие-то концовки, если там они вообще есть. Пишите в комментарии. Люблю, Сочи, пока. Удачи, пока.